В Чебоксарах сегодня тушили условный пожар в многоэтажном доме. Учения МЧС были запланированы ранее, и пришествие в Канаше еще раз доказало, насколько они необходимы. Город Чебоксары, энергетика 17, 23-этажное здание, загорание на 16 этаже, предварительно внутри остались люди. Сигнал тревоги дает старт спасательной операции, в которой участвуют все экстренные службы. Все происходящее – отработка их взаимодействия в условиях ЧС. По сценарию пожар возник на 16 этаже. Огонь начал распространяться дальше. Мешает сильное задымление. Задача пожарных – предотвратить развитие пожара и эвакуировать оставшихся в огненном плену людей. Чем выше расположен очаг возгорания, тем больше времени и сил требуется на развертывание средств тушения. Подниматься по лестнице в полной экипировке, да еще и с рукавами, очень тяжело. А использовать лифт при пожаре нельзя. С 21 этажа вообще 4 человека эвакуированы. 20 этаж проверяли или нет? Благодаря слаженной работе спасателей с условным возгоранием успешно справляются в кратчайший срок. Всего за полчаса. Провели тренировочные пожарно-тактические учения с личным составом пожарно-спасательного гарнизона города Чебоксары. Отрабатывали ранг пожара по номеру 2, по номеру сложности 2. Было привлечено всего 10 единиц пожарной техники и порядка 40 человек личного состава. Основные моменты, на которые мы сделали упор на данной тренировке, это эвакуация жильцов с верхних этажей и отработка способов тушения пожара на верхних этажах. Наталья Мальчикова, Александр Атяков, Республика.